Перед тем, как начать, перед тем, как услышать первое выступление, я хочу представить членов нашего достопочтенного жюри. Итак, председатель попечительского совета общественной организации «Шурави» Герасимов Алексей Петрович. Человек, на самом деле, легенда жанра, можно сказать, жанра шансон. Не знаю, насколько молодежь наша сейчас знакома с этим жанром, но я могу сказать, что это действительно человек великий. Это создатель бренда «Аркадия Северного» Рудольф Израилевич Фукс. Актриса, телеведущая, правнучка Михаила Михайловича Зощенко, Вера Зощенко. Ветеран Афганистана, разведчик 103-й воздушно-десантной дивизии, председатель общественной организации «Шурави» Рачилин Игорь Александрович. Радио и телеведущий Олег Никулин. Директор фонда социальных инициатив «Мирные люди» Наталья Казарина. Ну и ваш ведущий, актер театра и кино Сергей Кейн.